И в продолжении темы. Прямо сейчас обсудим ближайшие планы развития парка флоры и фауны Роев ручей. В нашей студии его директор Андрей Горбань. Андрей Вениаминович, здравствуйте. Добрый день. Каких еще животных вы мечтаете приобрести для Роева ручья? Если мечтаю, то перечень огромный, конечно. Самое такое, что вот давно уже. Но вот как директор парка, понимая нынешние реалии, вот, есть две вещи. Одна из них буквально сбылась, буквально, может быть, вчера. Да не буквально, а прям вчера она и сбылась. Наконец-то в новый вольер вышли у нас пингвины Гумбольдта. И теперь у нас не просто три таких несчастненьких, а теперь их целая банда. Ну, точно по поголовью не считал, но человек 15, наверное. Человек 15 пингвинов Гумбольдта, которые оккупировали свой большой бассейн. И они мне чем нравятся? Вот это, наверное, самые неприхотливые из пингвинов. Они с удовольствием купаются, они не вредничают. Вот. У них огромный такой социальный настрой, им всегда весело. И поэтому, товарищи. Да, и посетителям очень-очень-очень приятно на них полюбоваться. Очковые пингвины, которые у нас в основном до этого были, те вредины. Целыми днями стоят возле своих пещерок, где они отложили или не отложили яйца. Одни стоят, чтобы свои яйца сохранить, другие для того, чтобы, как только хозяин уйдет, сесть на них и продолжать их высиживать уже за владельца. И вот это вот постоянные у них какие-то интрижки, скандалы, расследования. Но это не наше, это не сибирский вы такой характер. Вы всех животных и птиц знаете? И характер, и повадки? Да. Нет, ну, с тараканом не с каждым лично, с Мадагаскара. Да, но в основном там, да, все равно там приблизительно все знаешь. Вот, из мечт теперь, конечно, у меня решить проблему со снежными барсами. У нас есть очень серьезная программа с Айнашушинским заповедником по реинтродукции снежных барсов в практически утраченную нашу самую северную группировку снежных барсов России. С Айнашушинским заповедником случилась большая беда. Погибли практически все барсы, оставался один. И после вмешательства и Владимира Владимировича Путина, который договорился с президентом Таджикистана, и нам подарили уже 3 снежных барсов. 2 из них носятся уже там, в природе. Угу. Вот. Плюс еще там... Но они будут не в зоопарке, снежные барсы? Они нет, будут это то, что у нас считается высшим пилотажем. Это когда пребывание животного в зоопарке или зоопарк помогает тому, чтобы потом потомство, или это животное вылеченное, там, было выпущено в природу. Ведь основная цель нашей работы – это подстраховать природу, подстраховать человечество на тот случай, если где-то что-то пропадет, какая-то линия животных. И вот он, пожалуйста, вот живой пример, сегодняшний день. Это вот снежные барсы с Айнашушинского заповедника. А у нас же в зоопарке, ну, посетители знают, что живет девочка, которую 3-ю нам прислали из Таджикистана, по плану должны были тоже выпустить в природу. Там уже и самец ее ожидал. Вот, но девочка пришла с гангреной, видимо, она попалась в нашу живоловку после того, как попала в капкан и отгрызла себе лапу. Mm-hmm. Ну, наверное, не смогла уже охотиться, поэтому там прибилась к какому-то там селению, ну, и ее изловили уже местные жители. Вот, гангрену мы купировали, подлечили, но в любом случае у нее утрачена стопа, в природе она уже не выживет. И мы с коллегами, конечно, приняли решение, что хорошо бы сделать так, чтобы она размножалась у нас в зоопарке, а вот уже ее потомство адаптировать природу, да? Да, к жизни в живой природе. И вот на сегодняшний день мы очень серьезно занимаемся поисками самца и адекватного, и соответствующего по возрасту. Так, да? Конечно, она калека, и у нее может получиться большая проблема. Природа, она такая штука, очень тяжелая. Вот, могут и сократить ее, так сказать, за ненадобностью. Вот, этим занимаемся. Сейчас ведем переговоры с Европейской ассоциацией зоопарков, с нашими, с российскими зоопарками, а животное очень редкое. Ну, да, вот такие хлопоты. Снежные барсы, пингвины, кто еще? Вот, о ком вы мечтаете приобрести в Красноярский зоопарк? Ну, вы знаете, сейчас у меня больше мечтаний, наверное, все-таки о том, чтобы... Ну, ладно, с белыми медведями мы выходим на финишную прямую, но вот, например, у приматов у нас крайне тяжелые условия жизни. Не крайне тяжелые, они нормальные. Они соответствуют нормам и стандартам, но это совершенно не то, как мы бы гордились демонстрировать этих животных и какие бы мы хотели, чтобы условия были. Улучшить условия обитания, пребывания, да. Для того, чтобы, во-первых, ну, конечно,
конечно, где-то добавить и площади, и высоту, дать возможности летнего выгула всем нашим обезьянам. Вот. И, ну, естественно, облагородить, задекорировать эти вольеры. Это, конечно, уже животным-то даром не надо, но это нужно нам, людям, потому что все равно это и эстетическое должно какое-то наслаждение. Это пока еще только фантазии, либо это уже притворяется? Это путь, по которому мы сейчас идем. Составлены уже технические задания с зоологами, проработали, какие должны выглядеть вольеры, какой видовой состав. И вот здесь, кстати, мы тогда уже и развернемся и в новых видах, тех, которые никогда не видели горожане обезьянок. И более того, постараемся ведь сделать так, чтобы они жили семьями, не, чтобы они вот всю свою социальность, всю свою сущность продемонстрировали, а мы смогли полюбоваться. Любая обезьянья семья, если так хорошо присмотреться и потерять, это... Прототип человечества. Да, конечно. Андрей Вениаминович, 21 год Роевым ручью. Я была на открытии этого зоопарка, и спустя какое-то время я помню сюжет, который наделал много шума в красноярских новостях, когда Петр Иванович Пимашков приехал и увидел какого-то совершенно облезлого, неказистого верблюда, это его знаменитая крылатая фраза, что верблюд думал, что попал в цивилизованный город, значит, а вот так все оказалось. Вообще, Роев ручей, он стал настолько символичным для Красноярска, для гостей нашего города. И сейчас, когда приезжаешь, ты видишь с каждым годом, как он становится лучше, краше, интереснее. Роев ручей – это не только животное, это еще и ландшафтный дизайн. Чем вы, куда вы будете в этом направлении двигаться? Вот, да, вот сейчас я хочу в следующий год, пока вот будет идти проектирование вольеров для обезьян, а это серьезная история, там, с получением разрешения на строительство. Люди, кто строил, те знают, что это по мановению волшебной палочки не делается. Мы вот как раз этот год посвятим, наверное, тому, чтобы довести до ума целую кучу огрехов, которые, как профессионалы, мы в парке видим. Гости не замечают. Гости видят всю красоту, и действительно, наши ландшафтники во главе с Александром Геннадьевичем Жуковым, кандидатом наук, они творят чудеса. У нас же районировано больше 200 растений, тех, которые никогда не росли в Сибири. Если про каждое тоже начать там рассказывать, это ого-го, это еще на 4-5 экскурсий можно наговорить. Вот. Но мы понимаем и видим, что строилось все в 2000 году. Это еще хороший, добрый СССР. Вот, с теми стандартами, с теми пониманиями того же строительства вольеров. Очень сильно все поменялось. Более того, ну, открыт сейчас мир. И человеку, например, рассказывать, что такое иммерсивный дизайн, там, какой-нибудь там Барселона, Валенсия, там, зоопарки, или те же самые сафари. Более там члены европейской страны. И должны соответствовать. Это огромный аванс нам был, откровенно говоря, выдан. Вот, потому что там же появляются сразу и иные стандарты содержания, посерьезнее, чем российские. Безопасности, наверное. И безопасности, и по площадям. Вот. Ну, по кормлению, слава богу, у нас там все нормально. Вот. Но и нормы и стандарты экспонирования животных. Потому что есть просто вещи, которые, ну, неприемлемы. Вот это обилие железа, которое вот не так давно, когда у нас был рост цен на железо, да, можно было, мне кажется, уже сдать все наши эти клетки в металлолом, и хватило бы денег на строительство современного зоопарка. Да. Но потом, к сожалению, цены упали, мы не успели. Вот. Ну, в каждой шутке есть доля шутки, да. Нужно, конечно, строить уже барьеры, применять современные методы удержания животных и фиксации. Ну, стекло, оно не так хорошо себя показывает. Поэкспериментировали и видим, что оно бликует, начинается там... Вы, наверное, имеете в виду ограждение под электрическим напряжением, ну, да? Ну, в том числе, это уже давным-давно изобретен электропастух. Его уже много где применяют. Ну, мы немножко консерваторы. Я, например, знаете, я тока боюсь. Но... Вот, все боюсь, что как ток кончится, все животные разбегутся. На самом деле, конечно, нет, и уже пора переходить и к этому. И в вольерах белых медведей мы эту технологию применим в первый раз. Вот. Но много всего, чего можно. Мы знаем, мы переполнены познаниями. Нужно эти познания уже внедрять. Систематизировать и внедрять. Конечно. К сожалению, время у нас в эфире заканчивается. Да. Не могу не задать вопрос, который меня очень волнует. Андрей Вениаминович, из всего обилия животных, которые есть в вашем хозяйстве, с кем у вас особенно теплые отношения, с кем вы приходите и разговариваете? Вы знаете, я очень люблю медведей. Крайне умные животные. И они действительно умные животные. И бурые, и белые медведи. Ну, хотя вот, например, Усула, она хулиганистая. С ней сильно не поговоришь, она обязательно что-нибудь тут же и натворит. Да? Они вас узнают, слушают? Животные узнают всех сотрудников зоопарка. Ну, имеется в виду, конечно, крупные животные. Но они понимают, что вы главный?
Что главное, наверное, нет, потому что как раз я меньше всего им приношу печали, я не ставлю им уколы, я из них, из духовой трубки в них не стреляю. Они, наверное, думают, что я самый бесполезный или самый добрый. Вот. Но одно из двух. Спасибо вам большое. Надеюсь, мы еще увидимся в нашем эфире. С удовольствием. Я напомню, в гостях у нас был директор парка флоры и фауны Роев Ручей Андрей Горбань.